Так, ну что ж, всем привет, друзья мои хорошие, с вами вновь Дарид, и мы продолжаем играть в игрушки, всякие приложения ВКонтакте. Сегодня поиграем в игрушку «Сладкий всплеск». Соедините эти фрукты, да, давайте. Отлично. Вот так вот. Так, чем длиннее линии, тем больше очков. Продолжайте собирать виноград. Ладно, давайте. Мне надо виноград вообще собрать. А если я яблоко соберу? Нет, вот так, наверное. Так, 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 так. Так. Как бы сделать побольше? Я думаю, вот так. Ничего себе. Круто. Ну-ка, теперь давайте виноград соберем. Крутяк. Так, ну все, мы справились с заданием. Довольно-таки много очков получили. Прикольно. Ну, безусловно, 3 звезды, конечно же. Куда без них. А, продолжаем. Продолжаем играть. О, появилась музыка. Только я бы ее бы отключил бы сейчас. Вот, отлично. Вот мне нравится, что я могу сразу отключить звук. Это правильно. Я думаю, все игры должны так строиться. Вот, ну, чтобы летсплеи могли снимать. Потому что музыка, ну, часто... Я думаю, такая музыка навряд ли несет авторские права, но все же. Я уже привык играть без музыки. Соедините длинную линию, посмотрите, что произойдет. Да я еще длиннее соединял, что вы говорите. Так, теперь давайте Викторию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, к сожалению, только 13. А надо было нам 15. А, нет, все, выполнили. Суперфрукты соедините больше. Очень сочные фрукты. Я так понимаю, это черника, клубника, ежевика, яблоко. Вот, 5 видов фруктов. Черника, ежевика... Клубника, яблоко. И что еще интересно? Продолжаем. Так вот, я иду по этому путешествую. Путешествую по какому-то такому мирку. За 5 голосов можно получить бонусы. Вот все дальше и дальше. А соберите звезд. 50 звезд надо собрать, чтобы дальше пройти. Ладно, давайте начнем с этого. Третий левел. Черника и яблоко надо нам собрать. Ну-ка, яблоко, ежевика, клубника. Яблоко, ежевика, клубника. Только 3 фрукта, да, я так понимаю? Нету черники с вами. Пока что нет, ну ладно. Давайте с яблока начнем. Very good, отлично. Я так понял, у него тоже количество ходов есть. Так, блистательно. Давайте ежевичку соберем. Не знаю, сколько я собрал, но, по-моему, очень много. Круто. Так, что, яблоко надо собрать? Ну, давайте соберем яблоко. Еще давайте еще соберем яблоко. Яблоков слишком много. Ой, черники не так много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Как раз 8 собрали. Еще апельсин есть. Или лимон, не знаю, что такое. Ну, пока что у нас только 4 фрукта. Потом будет 5. Это 5 фруктов уже будет посложнее играть. Ну, неплохая такая игрушка, сочная. Вот, всем, кому нравятся фрукты. Вот, ну, в принципе, сколько? Ну, можно 10 баллов поставить из 10, потому что сделано на совесть, все хорошо, все. Все грамотно, все супер. Мне нравится. Не знаю, как вам. Вы
Можете оставлять свои комментарии, как вам игрушка. А, количество ходов ограничено на этом ходу, уровне 20 ходов. Так, ежевика. Ежевика у нас великолепный выбор. Так, вот так соберем. Все, 3 осталось. Чернику пока что нет, черники. Я думаю, появится. Так, давайте клубничку соберем. Так вот. Так, мне надо чернику собрать, ну блин. Не так-то это просто. Но чтобы хотя бы побольше было. Давайте сейчас попробуем. Еще 3 штучки надо будет собрать. И где же они? Вот так вот. Все. Победа. Пока что у меня 1 звезда, но сейчас у меня 10 ходов. Сейчас будет все взрываться, и мы вполне возможно заработаем 3 звезды. Вот отлично. Как я вам и говорил. Давайте поделимся с друзьями. Почему бы нет? Сочная игрушка. Кто-то до 5 уровня дошел из моих друзей, я так понимаю. Ладно, продолжаем дальше играть. А, нужно вот эти с линии собрать красные, которые подсвечиваются. Вот и все. 1 из ходов. Вот, нам дадут дополнительные бонусы. Сейчас все взрываться будет. Подождите. По 3, смотрите, взрываться. 5000. По 5000. Круто. 3 звезды. Продолжаем играть. Так, теперь у нас 6 левел. Также нужно избавиться от этих красных штучек. Красных квадратиков, штучек, как можно это называть штучками, это же квадратики красные, действительно, что это, так? Клубничка, клубничка у меня нету. Ладно, ну вот, завершаем игру, 12 ходов у меня в запасе, это 1, 2, 3, 4, 4 взрыва будет. 4 взрыва, это взрыв по 5, ну и плюс по 50 дополнительно. Это 50 тысяч только очков у меня будет, ну и плюс там дополнительные 50, 60 и вот эти по 50. Ну, в общем, очень дофига. Продолжим играть. Левел 7, вот там еще много. А тут много уже фруктов. А, ну по чуть-чуть, все, ежевика, яблоко и клубника. Ежевика, яблоко и клубника. Давайте пока ежевику хотя бы соберем. Хотя нет, вот эту лучше. Хотя нет, я не знаю, какую лучше. Вот это, наверное. Вот так. Отлично. Яблоко или клубника? Не то и не то, не густо. Давайте ежевику соберем пока что. Клубника. Черники очень много. Можно избавиться, чтобы в дальнейшем что-нибудь другое появилось. О, яблочко, отлично. Не, вот так надо сделать. О, very good. Так, давайте клубнику соберем.
Осталось у нас яблоко. Все, 13 ходов у нас. Вот сейчас будет все взрываться. Пока что апельсинчика мы не видим. В принципе, нам и так неплохо. Так, взрывы. 3 звезды нам обеспечены. Еще одна. Подаешь. Отлично. Продолжим играть. 8-й левел. Давайте до 10-го, я думаю, дойдем с вами и закончим. Так, черника и клубника. Черника есть. Вот клубники пока что. Я не знаю как. Давайте ежевику попробуем собрать. Как-нибудь так. Давайте яблочко соберем. Отлично. Можно еще раз яблоко собрать. А теперь можно клубнику собирать уже. Клубничка готова. А, нет, 3 еще осталось. Печалька. Ладно, чернику. Чернику соберем. Так, ну осталось черника и клубника. Клубника будет посложнее. Но все же мы с вами достанем ее. Все, отлично. 11 ходов у меня в запасе. Вот это опять 3 звезды нам обеспечивают. Левел 8. Вот и мы так постепенно выигрываем. Пишите в комментариях, какая вам игрушка. Обязательно продолжим в нее играть. 2 хода. Так, ну все классно. Классно, прекрасно. Продолжаем. Сколько нам осталось до уровня пройти? 9-10 пройдем. И на этом остановимся. Ух ты, а тут печенюшки. Чтобы собрать печенье, выберите фрукты возле него внизу. Ух ты. И все. И всего-то, я думал, будет сложнее. Так, ладно. Давайте начнем с яблочка. Я думаю, это вообще, это будет легкотня просто. Легкотнющая легкотня. Нет, нам надо не так идти. Другим путем. И все. Пройдено у нас еще в запасе 14 ходов. Это очень-очень много взрывов. Я мог бы еще раньше, у меня 15 бы ходов оставалось. Что-то я маленько сплошал. Ничего страшного, сейчас большое количество очков мы заработаем. Отлично. Так, я на первом месте. Давайте поделимся, я не знаю. 10-й. 10-й левел. Ух ты. А, можно деньги дополнительно получить. А, ну пока что не будем получать. Ух ты, как много печенюшек тут. Печенье и... Вот это надо собрать, ежевику. Прикольная игрушка, мне она нравится. Не знаю, как вам, но мне она нравится. Осталось 3 печенюшки. И осталось теперь ежевику нам надо собрать. Так. Чтобы собрать ежевику, давайте сначала соберем клубнику. Чтобы немножко они как-то соединились вместе. Давайте чернику соберем. Вот так сделаем. Вот. Теперь можно ежевику собирать. Отлично. 11 ходов у нас в запасе. И сейчас будет вакханейшнс. Вакханейшнс. Прикольная игрушка, ребята. Вот советую вам всем в нее поиграть. Кто любит такие... Это более такая офисная игрушка. Почему бы нет? Вы сидите в офисе, зашли в контакт. Вот. Делать нечего на работе. И поиграете. Вот, пройдете левлы. Потом напишите, до какого левла вы дошли. Мне будет интересно посмотреть.
Вот. И пишите, будем ли мы продолжать в нее нет играть. Ну, в принципе, играем и хорошо. Все пока что у нас на отлично идет. На ура. Да что ж ты будешь делать? Хочу просто подвинуть. Вот. Ну ладно, я с вами прощаюсь, ребят. С вами был Тариди. Всем до скорого. Пока-пока.